Друзья, всем привет! В эфире Мотолайф. У нас видеообзор свободного мотоцикла Honda CBR250R. Вот такой вот маленький спортик для начинающих, для девушек. Очень даже прикольный вариант. Последние цифры номера рамы 3700. Сейчас мы его заведем, проверим работу оптики, послушаем двигатель, корзину сцепления и сделаем визуальный осмотр. Завелся. Прикольно звучит. Выхлоп Мариваки. Давайте посмотрим внешний вид. Итак, стеклышко присутствует целое. Пластик передней части также все без повреждений. Зеркала не затертое, все чисто. Крыло в хорошем состоянии. Никаких нареканий по нему нет. Резина. Ну, визуально выглядит как новая. Тормозной диск довольно толстый еще. Колодки процентов 35-40 в остатке. Коллектор без замятий, киль целый. Так. Смотрим радиатор. Общее состояние радиатора вполне хорошее. Амортизаторы оба два сухие, пыльники целые. Вилка не течет. Пластик в оригинальном исполнении. Абсолютно целый. Нижняя часть также целая, ровная. Двигатель без каких-либо моментов, дефектов. Крышка целая. Бак ровный. Боковой пластик целый. Подножка водителя и пассажира в хорошем состоянии. Выхлоп, как я уже говорил, тюнинговый. Мариваки. Выхлоп отличный. Задняя резина. Комплект передний. Состояние довольно хорошее. Тормозной диск сзади тоже довольно бодрый еще. Колодки, ну, примерно в таком же остатке, 45-50% ориентировочно. Оптика, хвост, все целое, ровное. Ручки целые. Пластик, задняя часть. Все отлично. Здесь защита цепи, крыло, цепь звезда, можно ездить. Состояние удовлетворительное. Подножка пассажира, водительская, все на месте. Крышка двигателя целая, боковая подножка присутствует. Пластик и бак. Все ровно, аккуратно. Сидушки оригинальные, не перешитые. Все целое. Бак без замятий. Бронька есть. Смотрим здесь. Наконечник целый, грипсов. Ручка сцепления, шарик, все целое. Кнопочки на месте. Траверса, клепоны, все целое. Кнопочки здесь на месте. Дроссель целый, чуть-чуть потертая ручка. Грипсы сама. Грузик целый. Ручка переднего тормоза, шарик без повреждений. Ключей у мотоцикла 2 штуки. Зеркала в комплекте также все целое. Смотрим приборку. Общий пробег у мотоцикла 59 943. На мотоцикле катались, вот. Но внешнее состояние, работа двигателя, все без нареканий. Несмотря на кубатуру и пробег, мотоцикл вполне бодрый. Кому интересна такая техника, мотоцикл в наличии, мотоцикл свободный. Ссылка на товар в описании к этому видео. Хотите маленький спорт для начинающего или для девушки, пожалуйста. Отличный, шикарный вариант. Звоните, спрашивайте, мотоцикл будет вашим. Всем спасибо, всем хорошего дня.